Всем добрый день. Хочу представить вашему вниманию шаровую штативную голову, выполненную из алюминия. Понадобилось для двух устройств, может быть, кому-нибудь и пригодится. Так, ну что из себя представляет? То есть, фирма Fujimi, как изготовлена в Китае. Если посмотреть, во-первых, крепление камеры на 1/4 дюйма, штативное крепление 3/8. Дальше высота самой головы составляет 84 мм, диаметр шара 28 мм. Так, ну, диаметр основания 45, вес 0,29, ну и максимальная нагрузка, которую он выдерживает, а вернее она выдерживает, это штативная головка, это 8 кг. То есть изготовлено в Китае, то есть, ну, необходимо для двух устройств, чтобы поддерживать, соответственно, камеру. То есть у меня аж трипода, штатива нету Fujimi. Ну, вот понадобилась голова. Все поставляется в такой коробке. Внутри коробки у нас непосредственно сама голова. Так, ну и инструкция по эксплуатации. Внутри находится вот такая вот голова. То есть здесь есть уровни. То есть для того, чтобы осуществлять как горизонтальную, так и портретную съемку, тоже уровень есть. Так, при откручивании здесь есть стопоры, чтобы у вас камера не выпало случайно, если у вас наклонена площадка. Так, ну и достается площадка быстросъемная. Так, здесь, как написано в коробке, стандартная резьба под камеру 1/4 дюйма. То есть, ну и есть штопоры. Проблема устанавливается, закрепляется. Также логотип производителя. Так, ну и при помощи этого винта, то есть откручивается голова, и можно осуществлять как обычную съемку, так и портреты осуществлять. Вот, причем мне нужна голова на определенном устройстве, где есть площадка. И что хорошо, то что вот этот винт стопорный. То есть можно отжимать и, соответственно, не мешает откручивать какая-то поверхность. Ну и также закручивать, если что. То есть можно установить эту голову, ну, например, на тележку какую-нибудь или слайдер, для того, чтобы у вас были плавные движения для съемки фото либо видео. Ну, больше всего видео. То есть, если вам понравилось, спасибо всем за внимание. Удачи и успехов!